Короче, я сижу в поезде какой-то. Сегодня мы в красивом поезде поедем. Короче, мы едем в Венецию. Ну, естественно, я вам, конечно, немножко покажу там какие-то, скажем так, естественно, разрекламированные места в Венеции. Но мы, естественно, едем туда с нашим, скажем так, прицелом альтернативным, да? Супер альтернативным. Не забывайте, что если у кого-то альтернативный, то у меня альтернативный взгляд на жизнь. Вот, веки никакие не будут произнесены, потому что нихер. Пусть отдыхают, сидят в саду, ждут своего зрения, там обучают кого-то там открывать новую реальность. У них это хорошо получается. А мы будем смотреть, вот, делать выводы, короче. В Венецию еду, потому что ситуация накаляется. Вот, у нас уже в пятницу, по-моему, вводят вот эти вот зеленые паспорта, по которым, если ты не привился там, две дозы, там, вы понимаете сами, то ты не можешь даже поезд сесть. Вот. Но я потом расскажу, когда я сегодня буду по Венеции ходить, как я пытаюсь решать эту проблему. Да, опять я подаю идею, и дайте меня там. И кое-кто себе потом в общем, ребятушки, поезд уже начинает разводиться, я, по идее, должна уже в маске сидеть. Ну и у меня тут нормальные люди сидят, которые меня еще пока не мучают, что давай, ребятушки, едем в Венецию, скажем так, моя мечта. Я уже с 2013 года не была в Венеции. А, нет, 2014. Значит, ребятушки, я ровно вот сегодня какое число? 20. Я была 10 июля 2014 года. После того похода, там была суперлуния, я помню. По-моему, даже затмение. Я бросила курить. Произошло чудо. Вот. Не знаю, почему. Я пробовала потом, я не хотела бросать, у меня абсолютно не было. У нас только-только как раз я случилась в горе. Вот, и мне нужны были какие-то допинги. Мне так казалось, что мне нужны были допинги. Но после той поездки, к сожалению, все, я уже не смогла выйти. Я поменяла все сигареты, дошла до нулевого, ну, как бензинового индекса. И нет. В октябре я забросила эти. Представляете, кто-то бросает курить, а я хотела курить, я не могла. Просто я не могла физически сделать ни одной затяжки. И это случилось после последнего моего посещения Венеции. Так что, ребятушки, после 7 лет мы возвращаемся туда с абсолютно, то есть, абсолютно новым миром. Новая Наташа. Нет, я не новая Наташа, но, во всяком случае, вы понимаете, куда я буду смотреть. Я буду смотреть на стены, на каналы, на камни. Вот, посмотрим, что там есть в каналах, что видно. Блин, забыла я со фонарик, потому что там, по идее, не мешал фонарик. Вот. Куда-нибудь залезать. Ну, ничего. Уже. Супер, да. Извиняюсь. Супер мощно я захожу. Вот. В общем, ребятушки, мы уже недалеко от 1000. Все равно, даже если мы там что-то будем поснимать, мы уже скоро будем делать стрим. Скоро будем делать стримы. Почему? Я уже Галя объясняла. Дело в том, что мне удобнее стримить в том, что какие-то видео я могу сразу в прямом эфире показывать, не заливать их там по 3 часа, да? Вот. А так-то нет, конечно, все останется на своих местах. Вот. Ребятушки, я вас очень люблю. Сейчас уже все, уже отправляемся.
короче, будем после Вероны теперь будем снимать. Ну, тут поезд 330 км в час идет. Вот, поэтому создать, короче, это дорогой поезд. Мне подарили билет. У меня есть тоже свои фанаты в Италии. Ну, скажем так, фанаты, да, к сожалению, скорее всего, мои внешности. Ну, люди, которых я умею убеждать, что мне это надо. Им пофиг вообще на программу. Вот. Ну, им интересно, чтобы я поднялась, конечно. Потому что в Италии все бессмысленно живут. Еще дедушки. Едем. Всего на один день. Пока.